Окей. Слобик, я подумаю над твоим предложением. Лёши нету в Дискорде, я тоже с ним разговаривала, но его нет Трэш в Дискорде. чистим. Лёха сказал Миников без него. Он тоже мне Он писал, я ему в машину Дискорде пошел. отвечала. Рип, я специально из-за тебя покупал разрушитель для этого ёбаного. Миша, знаешь, у меня тоже в инвентаре лежит и на маге, и на шамане. Потому что все время грипп пройдет. Ты про паровоз, что ли, да? У меня есть тоже паровоз поставить? Вы, кстати, зря, вот когда кислород с этим возом, вы вот зря шутите. Он один раз 500 ГП дал за этот паровоз с одного человека. Но он реально мешает. Вы вот дошутитесь? Серьезно? А чем он мешает? Вот скажите мне честно. Ну, люди я без звука играю, мне как по стирану. Люди ты без звука. Это со звуком. Я вообще все перебиваю. Ладно, эти сильваны, они там хотя бы поют мелодично, а тут просто... Все скиллованные люди играют без звука. Гриб, сука, ТГП дам. Чего там слушать? Я не пойму. Каждый нравится по-своему. Одним нравится желтый цвет, другим нравится зеленый цвет. Это то же самое. Да не, на самом деле всем должно все одно нравиться. Это неправильно. Мне вообще звук мешает в игре. Я тоже без звука играю. Мне мешает. Всех должен быть один там размер на одежды. На форуме есть опрос. Типа, играете вы со звуком или без? И на данный момент там что-то 100 человек на 100. Почти 50 на 50. Ну, я догадываюсь, почему, учитывая, сколько людей бегают на БГ и что они вытворяют. Играешь на Ракан Маки и слышишь постоянно «недостаточно мат». Вот это вот, нафиг надо. Я, короче, как-то на БГ сходил. Короче, стою, бью, хила, прожимаю, ну, чтобы убить вражеских хила. Смотрю, по мне маг, короче, бьет и замедляет. Есть, короче, аддон, который убирает вот эти звуки, все ошибок. Я разворачиваюсь, по мне маг, короче, бьет, я давай на него чарж. Он от меня, короче, бежит. Никто не поддержал тебя. Как-то раз был на БГ. Че он там дальше бежит и че? Продолжение-то в чем? Ну вот как-то раз я на БГ пришел, короче, про товаром. Ну и давай, короче, пиздить всех. Ну, короче, чаржусь в хила, короче, вражеского. И просто ударяю его мощным ударом щита 15 тысяч, и он, короче, умирает и так. Нет, смысл в том, то, что это. Другие-то не поняли, а. Тот человек, которого, ну, в принципе, я хотел объяснить, он по-любому знает, о чем я говорю. Ну, короче, тот хил понял, что про товар это великая сила. Вот красавчик. Не, реально, просто с 2000 убил. Ну, а потом я взял флаг. В чем смысл? В чем смысл? А дальше получилось так, я взял флаг, короче, и на меня сагрились 10 аликов, короче, на ущелье, короче. Я бегу просто такой через поле, даю чарж в алика, короче, потом даю... Там смысл-то не ахилле был, а там маги, который убежал. Ну а потом пытался маг убежать, меня замедляет, овцу кидает, я кидаю рефлект, короче, отражается овца в него, короче. Потом даю третий чарж, короче, еще в алика, который с нашим флагом бежит, а потом даю ШВ, короче. Ладно, а звук-то здесь при чем? Вы что-то про звук начали а говорить, а в итоге даешь, вы какой-то там алик бьёте. Звук щита такой, тыщ. Когда ШВ даешь. А потом, когда умираешь, умираешь просто. Интересно, да? Типа звук мешает, что ты звук ШВ слышишь или что? А, кстати, мы не пробовали это, кто со звуками играет. Типа играешь и озвучиваешь. Но сам при этом без звука сидишь, играешь. Это называется шизофрения, сам с тобой разговаривать, сам с тобой общаться. Ты когда стримеришь, ты озвучиваешь. Вот так я и говорю, озвучиваешь. Ой, ты куда пошел? Ты куда пошел? Ну что ты туда идешь? Ну это озвучка же. Стримеры шизофреники. Ой, сейчас мы народ ашизиком назвали. Кто-то смотрел Куплинова из вас?
Нет. Просто короче, вот у меня, допустим, у меня озвучка от Адон, сука, идет. Адон, сука. Когда у меня появляется путь огня. И то есть я... Там такая мировая война все время. Ядерный взрыв такой, да? Ну, Вьетнам я так и не понял, но это не важно. То есть у меня идет озвучка, когда у меня появляется стак. И просто я по этой озвучке ориентируюсь, сколько мне еще надо кинуть ожогов, чтобы мне там, допустим, стакнуло. Дай угадаю, беги, сука, беги, как у этого. У адмирала. Адмирала. А еще я и озвучку включаю там, для того, чтобы ДБМ адмирала слушать. Там у него интересные мемы. Нахуй я дудосить. Еще бы обрыгивание чего-нибудь записал там. Да кто тут? Дайте рыбу или что-то. Че вы стали? Пошлите дракона. Дракона? Дракона, потом это. Приставал, дайте. Кто-то смотрел мультик Мулан. Ты там сказать, много кто, наверное. Ты кто? Сказать... Дракон в пальто. Хотел сказать инта, но инта висит. Чего ты хватаешь? Каски нет. А нет, каска есть. А ты, кстати, Войн, часто мультики смотришь? Нет, я его смотрел в 2001, что ли. Ну, что так вспомнилось. Такого, чтобы смотреть. Мне было 9 лет. А что Рудвард такого в мультиках? Можно строить из себя прям охуеть такого мужика и выебываться, а можно просто ходить смотреть мультики. Я не мужик, конечно. Ну а что такого в мультиках? Может, я последний раз мультики смотрел в 2005, когда еще там показывали на СТС, что-то там вот такие мультики. Не помню какие. Ну, как бы Гриффины, Грейт Фоллс. Нет, такое говно я не смотрел. Это тоже мультики. Это не мультики, это говно какое-то. Это сейчас мультики. Я всего лишь спросил, когда он последний раз смотрел мультики. Вот я говорю, 2005. А раньше это покемон. Покемон вообще не смотрел никогда, говнище какое-то. Том и Тим вообще это самый лучший мультик. Том и Джерри. Да, Том и Джерри все смотрели, наверное. Королев. Ну, погоди, скоро новые серии выйдут. Чебурашки новой серии вышли недавно. То, что Фарада смотрит мультики, я в этом даже не сомневаюсь. Чё, пульт или чё? Пульт, хахонтус. Мне как бы не стыдно. Ой, да все тут сейчас выёживают, что никто не это. На самом деле... Эй, слушайте, пожалуйста. Разойдите. Все такие, я только фильмы про войну смотрю. Рейн. Фильмы про войну Азарот. Мише не нужно смотреть фильмы про войну, у него там это аддон все делал. Прожмись, пожалуйста. Да, Миша? Говорят, есть мультики такие, которые компьютерной графикой нарисованы. Это тоже мультики или это не мультики? О, Final Fantasy полный. Это называется... Devil May Cry. Блять, Холли Паладин, не бегай, пожалуйста, набираешь стаков на то. Парада, посоветуй какие-нибудь топовые мультики посмотреть. Такой, чтобы прям мух. Прожмись, будет больно. Кават умер. За таун. Парады, я чё хотел спросить, а ты индийский кино не смотришь? Посмотри «Легенда ночных страж». Ну, народ... Эвейт, Локи. Ну, народ, бегай, ставьте третью копию. Рик и Морти посмотри. Один только. Блять, Эвейт, хватит пиздеть! Да их уже отвели в центр, кого там Эвейт. А это третья копия Эвейдится. Верни от хила! Скиллованные погоны. Только игроки, которые смотрели мультики, смогут убить этого босса. Все так и выжили.
только выжили, да. А те, которые смотрели аниме, те сдохли. Мультики, курильщик, аниме, да? Так мне вот сейчас интересно стало. А так-то чем, кстати, аниме особо от мультиков не отличается. От аниме. Кроме аниме того, что они японские. Аниме это тоже мультик, да? Ну, это просто рисовка отличается. Добегайте, добегайте уже, ребят. Ну. Мультфильм. Так ты, Фарад, не сказал, мультфильм, где ты смотришь, нет? Да, аниме это анимация. Так. Дайте приставов. Где? Тут был какой-то индийский фильм, последний, этот, La La Land, который, он всем так понравился, я глянул с самого начала, не видел. Как такое может нравиться? Там, кстати, говорят, это спецэффект охуенный. Фильмы проходят, давайте мы станцуем. Я, короче, индийских фильмов немного смотрел, может, за свою жизнь один какой-то видел в детстве. То я сейчас материться буду! А что такое? Снимите с хила, пожалуйста. Танков нет. Не знаю. Могу войско дать, сейчас дам. Там один, короче, удар с руки. Лучше бы таун давал во время эфира. Я уже дал. Вот видишь. Да вышел. Херово даешь. Так вот, нормально все было. Люхина вас нету. Делался малой кровью, зато войско дал. Никто не таунтится на хилу. Вы заметили, кстати, когда начался это, ну, начали разговаривать об индийском кино, тортик занервничал. Так вот, индийское кино. Короче, правда, в ютубе я смотрел ролик потом, что, короче, в индийском кино человек на коне скачет и проскакивает под машиной, короче, под большой, под фурой такой. Это прикольно, да? Такое можно увидеть только в индийском кино. Даже адмирал сидит, блядь, и охуевает с выключенным микрофоном. А еще в Индии играют за протоваров часто. Еще в Индии грязная вода. Там есть каста людей, которые сидят на обочине дороги и ждут, когда им кинут чего-нибудь. Кто знает, как эта каста называется? Мне тут Нелекс даже в ПМ написал все топовые мультики, говорит, посмотри, не пожалеешь. Не-не-не, низшая каста, у них название есть. Кто знает? Джинни Ача? Нет. Шубры? Хорош. Кто это сказал? Кирс. Наверное, пятерку в школе по истории получил, да? Я олимпиадиком даже был. Я тоже. И пока вы нашли друг друга, парни. Что будет, если мы Лёшу убьем? Ну заебись бы, чё. А мы не убьем. Так у нас же есть Кават. А Кават, он же танчил тьму. Ну, кстати. Ну давайте пробовать. Только если у Лехи РЛ-ку забрать. Или хотя бы лутера. Подождём его. Потому ну он же вообще в драконьем погосте, конечно, смысл, мы убьем босса и останемся без лута просто. Предлагаю пати пересобрать. Давай. Лёха придет и скажет, а чего вы меня кикнули, да? Что-то похоже, что-то было. Из него боссов убили, он потом в ярости полгильды покикал. Но ему лут, наверное, нужен был, здесь-то ему лут не нужен. Нет, там что-то слабый рейд какой-то был. Я уже не помню, это очень-очень давно, год назад было. Ну, прям прилично так народ покикал. Так а чё он разозлился-то, от чего, если убили? Это мы уже не узнаем. Ну, типа без него, наверное. Ну, это же, наверное, этим гордиться надо.
типа твоя гильда убивает, блядь, без рейла. Раздавай. Ну он как кикал, он не ребят, которые были на вреде, он кикал те, которые отсутствовали долго, чистил вообще гильду себя просто в ярости. Там человек 30 точно. Всякое было. Но я, пожалуй, не буду без него убивать. Надо же обычно Фарад этим занимался. Что-то Фарад успокоился. Мне больше интересно, подписали мага, которого я взяла через Фарада или нет. Да, Миша? Потому что по шее получу я его брала. По факту, хоть ты мне его подсунул. А что за мага, кстати, ты взяла? Фарады мне написал, возьми его. Я его взяла, он был над... Вы чё, где? Ну и все, крайне, значит, ты будешь. По-любому. Девочки всегда крайние. Кто победит в ПВП, Армс или Фростмаг? Неликс, я не буду твои мультики смотреть. Нахуй ты мне пишешь, блядь. Андрюша, да он злюка, не трогай ты его лучше. Греха подальше. Я же прикалываюсь. Ты что, реально думаешь, что я пойду мультики смотреть твои? Почему бы и нет? Андрюша, мне напиши ПМ, я посмотрю мультики на досуге. Почему нет? Короче, есть ПВП-шеры? А то. Короче, кто будет биться с Анхоликом? Раскатай любого. Анхоли ДК. 2500 брал на арена турнаменте. Тишина. Лес рук. Просто... Арена Турнамент очень почетный сервер. Там только топы играют. Там я еще про товаром. Что там играли? Там бабуинами брал 2200. 4000 рейтинга брал. Про товаром. Ты там что забыл тогда? Без щита бегал на арене, короче, 1-5. Будет хороший игрок, вы что гоните? Чаржился по КД, короче. Получалось, чаржился два раза в врага, короче, в двух врагов, потом в своего чаржился, а потом еще трех станил, короче. А есть видос, ну, мувик, типа, понял, там, с музыкой, как раньше? Кирс, кастани как меня, он... или... Ну, как ты там на арене это все делал, ну, чтоб посмотреть, чего кастанишь себе? Да, где-то есть там. Можешь быстренько в хила из... переодеться и в меня кастануть большую волну. У меня несколько дней подозрения, что меня понерфили. Сейчас посмотрю. А там беспонтовый мувик такой. А ты тебе в каком сете хильнуть? Там или все равно? Рада, ты тут? Мне нужен максимальный крит от тебя в хиле. Любой сайт, мне нужна волна. По мне просто хель. Песня есть такая, я волна. Чё, мана чё запью? А, так подожди, малую? Не-не-не, большую не надо. Не вижу. 25 максимально был. Да как же так-то, а? Кто-то смотрел фильм «Шахматист»? Ты прикинь? А у меня волна оставалась 40 тысяч. А теперь, блин, цифры, смотри как. Я смотрел давно и «Шахматиста», и что-то там «Крот» вроде. Блин, у меня эти не включены союзные. Мазафакер. Так он же недавно вот вышел «Шахматист». Что ты палишь у меня? Эй, пернатый, ты чё там? Военный. Ты чё, пернатый? Мафакер. Чем вы занимаетесь? С
Стоим, ждем Лёшу. Ожидание чуда. Ожидание чуда, не правда. А ты кто? Я? Ой, бо... Виталя. Тебе лучше не знать. Тебе он старички расскажет. Кто я? Владелец. Да старичков-то не осталось, ты посмотри, вот даже мы на них. Мы хотим сову пустить на шашлык. А чё, я так понял, чё, Дарт Пал тоже ушёл, что ли? Нет, он не ушёл, он просто не играет. Учёба, студент же. Он отдал мне на шашлык. Он же в Суворовске закончил, всё, и он студент. И мне ну, куда люди этого отсюда приставят? Он мне не нравится. Шашлык. Отдал мне персов и сказал, играй, Войд. Ты будешь танчить ДК и варом. Я теперь играю. Нормально. Ну, это то же самое, как я свою сову дал, бля, Лёхе. Не, ну, слушай, Дарпал, он, да, заходит, мы с ним сидим в Дискорде. Но это в последнее время так редко вообще бывает. Учёба, учёба. Учёба, чё, куда вы собираетесь? Я вот с ним недавно разговаривал. Ну, да, он разговаривает с ребятами, но в игру он не заходит. То есть он не пропадал, нет. В этой игре нельзя добиться успеха. Тремя тысячами ГП. Таля, ты когда вернешься? У тебя Леша заходит, с твоей собой играет. У тебя сова уже скоро будет не топовая. Да, ну и так уже не топовая, без Т5, блядь. Ну? Хотя кого-то я там видел, кто-то там даже из Т5, блядь, не сильно от меня уходил-то так. Давай, с Неликсом, смотри, у Неликса уже два кусочка есть. Неликс тебя ждет, твой приз любимый. А еще инста надо вернуть. Нормально будет. Ты просто в гости зашел? Ничего. Кто в гости зашел? Не я. Ты, наверное, поэтому и спросила. Просто пообщаться или ты все в игру возвращаешь? Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер, я диспетчер, ебать. За проезд передаем. Лёша, тут Виталя, смотри. О, Алексеевич, приветствую. Здорово, у нас РТ попозже, Виталя. Этот, всё, что там, почистили, нет? Да, мы тебя давно уже ждём. Так, уже трайли, да. И как прогресс? Вы что, куда собрали? Войды сложил сразу. Стычки умерли, да. Первый метеор ревайт. Так, ладно. Слит растусуем. Лёша знает, когда вы его троллите. Вопрос! Алексей, к вам. Вы куда собрались сейчас? РСХМ. Где Библ? Так, короче, 4 лока тьма. На низине орать Библ. Кстати, демон. Рип. Да. Кого здесь? Да. Заходи. Спасибо. Тусуй рейд. Скажите, когда заходить? Да. Тридцать девять скрытует, но не всегда. Вэм. Кирс, где адмирал? Да тут вроде был недавно. Чё, посмотри? Ну, в Дискорде есть. Вышел, наверное, тоже. Плоский канал. Ты в хиле? Ты... Я понял, что я перезагружусь. В хиле? Окей, сейчас. Так, короче, по хилам. Холли пал. Так, подожди, как сделать? А где Сережа? Я убрел. Здесь. Нету. В игре в Долоране. Может он не знает, может он...
Ладно, хер с ним. Короче, Джонни, Полина, Адмирал, выхилите тьму. Холипал, Кирс, Виола, хилите свет. Варисан и ДЦ, думаю, должны прохиливать, я думаю. Так, дальше кого-то хилить. Ой, так, первая пати плюс. Плюс Хисаями. Не, плюс Нейликс. Плюс Нейликс, остаетесь во тьме. Получается 4 лока, ШП, Прист и Коват. Так, дальше. По диспеллам. Тьма, Адмирал, приоритет, свет, если что. Кирс там сам по диспеллишь, плюс я использую. Mm-hmm. Так, дальше. Ну и все, в принципе. Кто из хилов в свету остается? Ты, Холи, Пал и Матиола. Нет, я имею в виду, не заходит во тьму. Пускай Матиола с Холи Палом. Нет, блять, Матиола пускай заходит. Скажите, котенок. Холи Пал пускай остается один. Котенок. Okay. Котенок в рейде восьмой пати тут сидит или ничего, или как? Кого нету в рейде? Кого-то нет. Кого-то. Котенок. Не могу зайти в рейд заполнить. Котенок выйди. Она без звука играет, без дискорда. Напиши тогда в рейд. Она в дискорде. А, ну так выйди с инста. Так, все. И больше ничего сложного. В лезвие не попадаем, от метеора перебегаем, блять, подобно. Кто будет косячить, буду начислять. Даю проверку. Коват, у тебя каски. Полипал, поставьте портал, и иначе не выходит. 2 секунды бежать. Давай, кулаки, полипал. Да. Уступите кто-то место, РС не закрыт, пишет котенок. Я не уступлю РСХМП пока что. Еще рано, попозже закроют. Попозже закроют. Будет сильнее рейд. Сопроты. Будет сильнее рейд, блять, на следующей неделе, тогда закроют. Таким рейдом пока. Тьму Коват танчит, Мазур. Коват, каску, баф. Лёх, ты на троше, да? Еще раз. Я что-то повис. Секунду. Каски сейчас Коват раздаст. Сейчас ребут наш. Адмирал, тебя ждем. Вот, Адмирал, раздавака, парада. Еще раз дают проверку, блять, сколько уже парада. Я готов. Монорог. Монорог готов. Все готовы. Метку поставился. Все, метка стоит, поехали, выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Так, это я себе не... У собак автокаст выключите, может, у кого-то стоит на очищение. Ну все, вихрь у армсов опять не работает. Блин, 33к. Чего? Да, бочка. Чего? Адмирал, 250. Через огонь только не бери.
Чё там делаешь? Ручь. Ложимся. Всем трем хилам 250. Нахуя ты стоишь хилишь? Нахуя ты стоишь хилишь? Чтоб много на тебя агрились. Ложи забежится. А в чем прикол? Можно вот спросить. Себя. А в чем прикол? С двух сторон стоять, это обязательно, или это как, это прикол, или что это? Чтобы половине рейда не перебегать при падении метеорита первого. Я понял. Встаем, бежим. Сразу буду начислять, чтобы не отходить от кассы. Любая смерть, это, блядь, 250 сразу. Следующая 500. Что вы гоните? Хватит уже, блядь. Я не пришел сюда вайпаться из-за вас. Холи пал, сдохнешь хоть один раз, а тебе кикаю заедет. Все просто. Он говорит, у него не видно лужи. Хуй. Всех видно, у него одного не видно, такого быть не будет. Так. Мне хватило сегодня вайпов подать до рейда. Если вы еще тут будет все вайпаться, окей. Избавимся, значит, не нужно. Можно играть на минималках, просто частицы поставь чуть повыше, и у тебя все прекрасно будет видно. Охуеваю. Теора нет даже. Мобов сагрит. Сдохнут мобы. Лужи, блядь, жесть. Лужи, блядь, перебор. Нахуй раздаю. Ману рекиню. Откуда у тебя фазовый оплот? Тео, вытаскиваешь метку, бежишь за хвостом, а не перед мордой. На трэш издох. Ну, подожди, пока огонь спадет. Лина готова? Да. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Поль, тотема не ставь. Ты не должна была все хилить. Тебя ничего не било бы. Стоишь между двух луж, что тебе может? Да нихуя. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Все. Огонь, смотрим, куда ушел. Провесник. Какой-то голос. Крышак. Большого маки не играй. Теор, перебежали. На огонь смотрим, куда попал. Надо меня диспелить, сам диспелить. Народ поднимешь. Входите, если посмеете.
Заход эти пенис. Полкова. Заходим. Пошли. Короче. Лея, кто там опаздывает? Ротуар. Где? Ты босс, отойди. Минус один. Босса нет, пошел. Скажите 50. Убежал. Под морду ты чё лезешь? Надо ровно за спину выносить. Лезвие. Чего она выбежала? Чего вы? Привычка под морду и... баф. 55%. Стоп. А сейчас лезвие скоро будет. Стопнули. Эликс. Ложимся. Ложитесь. Остерегайтесь теней. Всего 500. Дживс, пожалуйста, поставьте. Еще раз говорю, по поводу выноса нет. Вот сюда. Вот босс стоит перед вами. Вы стоите на боссе вот здесь, куда лезли. Метку вы выносите ровно назад. А не под лицо или хвост. Вынесли ровно назад, вынесли ровно. Даже если пойдут лезвия, вы просто бежите. Здесь лезвия не будет, с лезвием. Привет. Сколько можно? Что мешает отойти, блядь, на первом лезвии от босса? На рейндж, чтобы лезвие посмотреть, где появится. Мирал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Дамажем. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Спел Мозера будет? Thank you.
сейчас бьем. Два. Да, рано убежать. Смотрим, куда вон. Левее. Оба пьем. Страдания. Входите, если посмеете. Заходим. От босса нормально раньше отошли. Тело. Спел. Короче. Наперед сильно не забиваю. Планета. Окей. 54%. Стопнули. Ждем следующего лезвия. Стопнули все домах. Мирал, ебанет лезвием. Нужно подождать. Наперед забегает. Хуя. Нахуя вы туда забегаете наперед? Тысяча. Сначала нужно выбрать цель. Переводим босс. Портал хвосте. Войда там прохил, прожмись, адмирал, тебе метка. Небеса в огне. Все на одну сторону перешли. Чего на ту сторону обратно переходим. Ой, да где, блядь, прохил? Лех, может мне лучше остаться там? Поле пал тысячу. 80, стоп, тьма. Да уже ложитесь. Да, стан упал. Так что молчите, сидите. Войда не прохилили. А кто там, Матиола святую еще? Проблема Матиола, Холли Пал. В чем проблема прохила танка? А третий хил кто? Я только из портала вышел, он сразу упал. И что, что на тебя эта метка кинулась? Ты хилить не можешь от этого? Блядь. Ахуя. Ну, Ришам бы нужен был в тот момент, когда он с меткой был. А может кто-нибудь сказать, что там за мув такой последний был у Фатьми? С бегом наперед? А потом все разбежали. Хороший вопрос. Ты имеешь в виду во тьме? Это да. Когда стопают? А там да. Лезвие, короче, шло, и там разбежались кто левее, кто правее, короче. Вот кто подох. Те, кто левее ушли, они неправильно ушли. Надо было наоборот проверить. А нахуя смотреть по таймеру ДБМ, если видно?
Поехали дальше. Слобик вообще там вынес под лезвие. Под шарик прям. Кто пошел выносить, ладно, я еще могу предположить, но там человек 5 просто убежало куда-то из кучи, все рассосались. Бафы раздаем. Первая фаза, вторая уже более. Осталось третья. Можно быстрее брожать. Как на освоение, блядь. Серьезно. Все, заходим. Вам выпала честь. Не люблю я сидеть на этом боссе, блядь. Отверстие, которое есть. По столько времени. Чем сложнее пулы, тем лучше лут будет, значит, ребят, не переживайте, чего там. Два РДД плаща и хиловская. Сейчас три шеи опять, ебанят. Три танка чешки сейчас упадет, чекайте. Три пояса возле ноги, дающих возле свет. Я уже. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Заходим. Подальше от босса отойди. Короче. Догоняйте. Вы что там, блядь, остаетесь? Вперед, вперед, бегите! Видите, как он крутит? Быстрее! Блядь, куда так вертеть? По сакру дам, чтоб щелам. Умирал. Тереет. Ранный диспел. Прохил жену. Там 53, стоп. Стоп, нет. Локи. Переводим. Алмаз для вас выходит. Слобик выйду. На танк. Ничего.
Левее стали. Мы уже аккуратно. Процентаж 40. Инер, дайте. Прибежали. Ворот Кирс. Если сейчас гейм можно дать, это темп поставлю. Дайте какой-то Кирс. Диспел. Диспел будет, нет. Пиздец. Адмирал. Две тысячи. Стопнуть по боссу. Свет, стоп. Давай. Ты цвет-то говори, когда говоришь такие анонсы. Я тут судорожно начинаю искать, кого я не продиспылил, блин. Свет, стоп. Скажешь, когда зайти можно? Упал. В смысле упал? Ну, ты чё сдох? Ну так Джонни там умер, по-моему, да? Полина. Чё сдох у Полина? Чего сдох под Полину? Ой, блин, я... Микрофон. Перед Мортой я была. Выносила метку реактивным прыжком и лезвие сразу же начало. Выносила назад. А танк там действительно не прохиливается, я его просто держала, микрофон был выключен, я постоянно кричала, типа, танка прохильте. Он вообще на прям на корполях там держался. Я тоже его флешками хуячил, чем только я в него не закидывал. Я гимн даже на ХП давал. Джонни, поднимай танка, пожалуйста. Гимн на ХП пришлось юзать. Я умерла, и он умер. Следующая 4. Джонни точно так же. На рыбу поставил. Буду уже Т6 ролить. Сколько еще пулов? Да, мы с тобой вдвоем хилим, мы с тобой и получаем. Ладно. Что лучше? Сдохнуть и танк не прохили? Или не сдохнуть, но хоть как-то танк прохили? Да, без разницы уже. Где диспел? Адмирал. Я не спорила. Адмирал, где диспел? Я проанонсил, блядь, перед носом, что ты тьму диспелишь. Где диспел, канал? Ну, пускай лучше человек, блядь, разливает лужу на пол, блядь, зоны, на, и потом, блядь, умирает. А пусть его на эликс диспелит, если хилам трудно так. Чё это, не сложно на самом деле? Мне не трудно, я прожимала, и у меня почему-то... Не, реально, танка можно уронить, если хилы... Блин, у нас просто я у всех... Я думаю, Лорис это заметил, я даже на него щит кинула, потому что я прожимала, но вот не прожимался диспел.
Че, Долорес? Ты же метку выносил, да? Какую-то из меток я выносил, я не помню, какую именно. Джонни готов? Ну да, одну из меток я выносил, да. При диспеле нам Казум был, как я понимаю. А, Казум, вот. На Казума я даже щит повесила, но не диспелилась почему-то. Не знаю, я сам себя диспелю, меня никто не диспелит. Вам выпала честь. Узрев начало эры разрушения. Делайте, что хотите. Вот насчет диспела, когда кого-то надо диспелить, уточняйте хотя бы свет или тьма, а то я, блин, бегаю и пытаюсь понять, кого я не продиспелю. Мне уже хоть 10 тысяч можете дать. Мне уже 12 не... Редвар, аккуратно. Вы уже смотрите. Сместитесь от огня. У меня есть чудо-тапки. Заходим. Короче. А нет. Вперед пробегайте. Сейчас просили Андрей. Нал массакру. Слабик. Чего? Стопнули. Стопнули. Пойдет лезвие, тогда тут переводить. Ждем. Переводим. Ем на ману отдай на элитс. Шаман и тотем поставьте. С левой стороны портал. Все на одну сторону спустились. Слабик. Выбежали. Свет стал. Народ отпросил, мы уже не стоим. Мы допросили.
чего, Лолоки? А народ, освободишься планету. Да, у нас демон мертвый, нам бы демон. Теорит, кто эти слаты? Народ опроси. Ну, может, в прошлое осталось. Сегодня уешка, поверим, снужи выйдет. Мастер. Да, вы, конечно, веселые ребята. Мне дайте, если сложно хилить, можете дать веру. 30% свет стопов. Дайте веру. Топ вообще свет не бьет. Трэш бей. Дайте веру, если свет смеет сложно. Планета. Салат проносишь, планета зайдешь в восьму. Кто-нибудь из дроидов дайте, и нарк освободен. Заходи, планета. Боже. Че, бьем? Берите моба одного. Да, у нас сапка полегче будет видеть. Два. Прибежали. Это зашел в дух. Свет стоп по босс. Бьем трэш, свет. Саями, по красоте. Пусть оно высоковато. Зайди в восьмой под. Салат проносит. Стоп, побос. Перебежали. 4000 мало осталось. Все саями заходи. Ковато, просите коват. Маленького заберите. Я высох. Да, это тем. Чего забили? 50 секунд еще. Женуэн, забей минер. Путь. 9%. Идти мне по боссу. Танки. Все играем по боссу. Идти мне. Коват упал. Нихуя себе. Это Берса. Берса. А, Берса. Что-то вы сейчас все сложно по ДПС. Во тьме упал человек, надо было его, наверное, бернуть. Лучше это был демон, к тому же. Я бернул инопланетянина и отправил его к вам. Банально, чтобы, если что, дал им на ману. Инопланетянин сдох. У тебя первый под ДПС. Красавчик. Планета 4. Либо заходит в рейд на планету.
А, подожди, Лёх, я просто поинтересуюсь, за чё планете 4? Два раза сдох. Ну, насчёт первого раза, типа такое, он выносил метку, и он нормально бежал, продиспелили его, он там замедленный был, и лезвия были, то есть мы очень быстро бежали, а он был в луже замедленный, из-за этого он умер, то есть он как бы не слакал, ничего, просто луже его так не... Второй раз. Второй я не видел, как он умер, честно. Второй раз он написал, что Кават ему проанонсил, он зашел, и там сразу то ли лезвие, то ли дыхание. Да, тогда, ну, смысл ему кидать, зачем? Ладно, простите, что его говорили. Я проанонсил, как сразу лезвие попало. И первый, и второй раз. Сопоставьте. Кават он ДПС. Грипп, но он вроде во тьме. Грипп во тьме, да. Сколько надамажил грипп? Ну, я могу за первые две только сказать. За последние? 2,7 ляма, 15-я позиция он мне показывал. Грипп на замену, библ заходишь. Дальше, два демона. Локи на замену, тьме. Одного демона. Не, ну вот у Локи на пятой позиции мне показывает. У него с ДПСом нормально. Я не знаю, откуда у меня показывает, вот у меня ДПС поинтереснее. Ну это вот первая позиция, да. Так, дальше, по тьме. Сейчас ну я говорю, я по свете тут только могу сказать. Мне остаются Хисаями плюс первая. 6 дамаги. Что, блять, нам делать? Уманите всех. Рыбу. На кону 4000. Забываем. Лапку пристабав. Пристабав, дай. Сейчас не фартанет новичкам, да? Это первый косяк сразу 4К. Почему новичкам? Ну, вы там не разогрелись еще, ничего. Лапку жмякните еще раз. Если были тут... По крайней мере, я не помню, что Биг Бабл где-то или Карина. Я в свету. Библ. Библ за ареной. Выходите. Выйдите. Ну вообще АФК, что там у него маны нет, он что стоит, это? Чилит. Ну это 4К, ну. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам это тему, что ли, хоть уберите? Я в свету? Сташка, да? Да, нет. Тотемы танчат дольше. Да. Тотемы танчат дольше, чем я. Либо с кашкой, да, будешь готов. Есть еще бафов не хватает. Войд, мы когда выходим со второй на третью, не прослакивай тот момент, чтобы он к нам сразу боком стоит. Типа ориентируешься, как лужи выносятся. Примерно представляешь, из какого порта мы выходим. Придумал, как порты же там меняются, крест-накрест. Исчезают, потом появляются крест-накрест. Адмирал?
вот-вот соскользнет в бездну. Сирус, чудесный Сирус. Узреть начало эры разрушения. Пора убивать уж. Угу. Минута до конца. За минуту убьем, нет? Да. Че, у тебя истерик данный убьем? Раз на 10 пулов времени. Заходим. Откручь. Все. Распел арену. Начинаю крутить. Эзия. Сакрус, Солион. Лезвие. Разум. Стопайте потихоньку. Тебе очень повезло. Стопните. Сколько? 3. Стоп. Лезвие. Лезвие. Провеста. Переводим. Нужно выбрать цель. Фаза. Остался. Дали всего на теор на ту сторону. 70% Войду жертву кидал. Просил Войда. Спел. Пиздец, все дефоски. Капец, не вовремя выжил. Вот за деф, кидал деф. Тьма, стоп. Тьма, стопните немного. Небеса в огне. Жена поднимет.
делать. Боже. Расхиливается. Припал бабл. Эдуара просил. Забивается, свищет. Не боните большого, что за хуйня-то? РДД большого, сливается, перебежали. 70, стоп, тьма! Рот, жопу, тьма. Огонь. Бля, что с уроном по мелке? ДПС не хватает у нас. Влипал мертвый, если чё. Вас топнет не надо. Серьёзно, вы будете бить или нет? Ложитесь. У нас топ 80. Нету смысла. Ложите. Коника заходит. Урон. О, господи. Мы не успеваем даже этих маленьких адов забить. Блять, пул назад был, нихуя не поменялось, тут его нету. Что за хей? Я знаю, там, короче... А вы что, получается, два танка с моноротом? Он у медведя? Нет, так, мне... Как маленький ад называется? Я монорот бьет мелких адов. Я вообще вот это... Ну... Живой огонь. Я... Да хуй... Вот смотри... Это я делал шмот на танк. Нахуя он на туре? Он же в коте может быть первый просто по ДПС. У тебя же агро. Ну, вот пачка. Смотри. Что это? Ну, по-маленькому. Кот? Я просто не понимаю, хуя ты в мишке вообще здесь делаешь, если ты должен быть в коте и дамажить по боссу. Да, потому что он... Ешкой забивает трэш, блядь. Охуя! Я думал, он танчит, а ты просто бегаешь. На всех базах ты должен, блядь, дамажить босса. Ты заливается у Ешкой трэш в коте. А там, знаешь, фишка кота в чем? Он от Роги отличается тем, что... Чтобы мобов ему уешить, ему надо, чтобы мобы перед его лицом были. Это у Роги вокруг веер кидается. То есть кот это чисто мелких сливать персонаж, как и АДК. Планета, ты идешь, идешь восьмой, остаешься вот типа конника, заходишь, слабик. Ну так тебе и надо в тете. Да задница, конечно. Кирсы, кто еще? Кирсы, кто еще? Ну просто, даже учитывая, что монород был в полутанке, в форме медведя, два раза его все равно уронил. И я что смотрю, его смерть там холипала вообще не хилил. Ну вот он меня показывает, что. И при том, что в первый раз он упал, после этого сразу умерла я. Потому что больше никто мелких не держал, кроме него. Лапку дайте. Мозер готов. Полина, мозер, конь. Пробовать? Заходим. Дайте лапу. Лапу. Ты, конечно, котом не всекаешь сразу. Ты ждешь? Когда наагрится на танк маленькие мобы. Полина, заходи. У тебя там с размаха будет 100 тысяч тычка. До 10 целей. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бежали.
больше побольше раньше. Слабо. Второй человек только дома. Небеса в огне. Добежали. Зрак сложен. Заходим. Сейчас буду подкручивать. Джейн. Короче. Невест. Арена. Спел. Кого-то просили вам. 54. Ради. Стоп, ну. Подождем. Подождем. Осторожно, где-то. Адмирал. Переводим. Сначала нужно выйти. Тал подхвост. Стороны. Нет, корчевого. Теорит перебежали. Завтра, блядь, этим перебег. Или просто стоит там без танка, только, блядь, смотри, мелкие, пускай пойдут в их. Мелкие на полный забери. О. Тьма диспел. Тьма бейте, можете стоп. Тьма диспел. Спельница тьма. Чего ты бежал? Войт крик достал по тебе. Хуй знает. Тьма стоп. Есть? Да, кину. Тьма никогда не стопит. Если сложно будет 8 хили, скажите, когда дадите Еру. Можете дать Еру, если сложно хилить. А большой часто их, блядь. Войда прохил. Пиздец. Молодец, блядь. 70! Войда БР быстрее. Монород, отведи большого в сторону. Тьма, стопните 80! Ты пиздец тут уже, нахуй. Войд упал. Ой, блядь. Где прохил по Войду? 3 хила. Да я не знаю, прохил. Вот смотри, метеор падает, второй, а у меня еще моб стоит, 15% хп. Его чё, блядь, захуярить нельзя, что ли? Лёх, я на бегу хилить не могу. Я волка прыгаю, чтобы быстрее успеть перебежать, начать его подхиливать. То, что у нас два хила другие не могут танка прохилить, я ничего не могу сделать. По-маленькому, по-большому.
Отхил, линканите отхил сейчас на базе по танку. Нет. Именно по войду. Хил трех хилов. Я не могу нормально бить элементали, потому что я рву агро просто... Да у тебя и так по элему нормально. Мозер бьет с тобой же вместе этого мне моха. Мне приходится стопаться по элему и продолжать пахать. Мозер ниже на поле. Отхил по воду скиньте. И то. Кто сколько нахилил по воду? Такое разве есть? Я вон смерть его наверняка, но сколько ему хила залетело. Полученное исцеление. Вот полученное исцеление. Понял, да. И от кого сколько? Ну, чего, вон. Дед по танку? Почему Холли Пау нахилил 950, Кирз 600, хотя Кирз... Еще во тьму захожу. Блин, чем ты нахилил? А ты вон свични их с Джонни Тотемом, заебись бы. Холли Пау больше, чем ты нахилил. Шаман тут покруче будет в танках хилить, а она в тьме. У нас во тьме тоже как бы не очень все хорошо. Пусть знает. У нас есть на ком-то из нас.